Широкий спектр медицинских услуг. В клинике 100 мед прием ведут офтальмологи, хирурги, гинекологи, проктологи, флебологи, косметологи. Вскоре учреждение будет обслуживать и по программе обязательного медицинского страхования. Это коснется направления «Стационарная медпомощь». Уникальность больницы, ее оснащение оценил глава округа Владимир Ужицкий. Все, смотрим прямо, не моргать. Этот оптический когерентный томограф – единственный в Люберецком округе. С его помощью специалисты клиники выявляют глазные заболевания на ранних стадиях. Современное оборудование – только часть качественной медицинской помощи. Здесь собран вот на сегодняшний день хороший коллектив, где-то порядка 150 человек. Из них половина – это кандидаты медицинских наук, даже мы сказали, 2 доктора медицинских наук. Здесь собраны очень высококвалифицированные люди, которые могут оказать хорошую медицинскую помощь. В ближайшее время в палатах больницы появится еще 15 коек. Через несколько месяцев клиника войдет в программу обязательного медицинского страхования по направлению «Стационарная медицинская помощь». Для жителей Люберецкого района это будет значить, что диагнозы, которые требуют хирургического лечения, они смогут по системе ОМС прооперировать в клинике «Стамед». Это, еще раз повторяю, хирургия, гинекология, лор и офтальмология. Каждый месяц врачи клиники принимают более 7000 пациентов и делают более 60 операций. Качественную медицинскую помощь здесь оказывают люберчанам, москвичам и жителям Подмосковья. Александр Колганов, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.